А стихотворение про медвежонка? Медвежонок, медвежонок, ушки торчком. Ты зачем сегодня съел свою всю семью? Ты напоминаешь мне молящуюся мышку. Как Бошенька. Он будет ходить на детей. Привет, мальчик. А Ник, когда не они... Это неинтересно. Это неинтересно. Да, я читаю. Что читаешь? Да что читаю? Книгу я читаю. Молодец. Молодец. А, ну ладно, я пошла. Стоять! Вынуждена копаться, как мышь в снегу. Ага. Мне надо уж пойти работать, чтобы делать все надо. Про дождик весенний знаешь стихотворение? Нет. А Володька вырвет нотки. Не знаю. А Дмитрий и сизая плешь. Я вообще не знаю, что такое существует. А Антонина Семеновна мать свою задушила. Знаешь такого героя? Нет. А вот ты почитай русскую сказку. Висит на заборе, колышется ветром, колышется ветром бумажный листок. Пропала собака, пропала собака. Ты действительно думаешь, что это веселая песня? По-моему, да. Не треснул бы ты? Нет. Оппозиционная концовочка.